Так, приготовил я пиксус. Тут, походу, надо будет все это дело почистить. Здесь тоже повычищать. Спиртиком повымывать все. Весь этот мусор. Вот, а тут мы что можем наблюдать? Походу, процессор здесь находится. И металлическая крышка. Сейчас такие не делают. Было бы неплохо, если бы он передавал сюда тепло. Хотя я не знаю, насколько он сильно греется. Так, что мы еще тут наблюдаем? Вот я смотрю Bluetooth модуль и кабелек. Видите, идет. Вот он. И тут антенна. Где вот получается по всему обходит. Чем короче фидер, кабель, соединяющий передатчик, приемник с антенной, тем лучше. Вот в этой длине теряется сигнал, отсюда, блин, плохой будет прием и низкая скорость. Это так, для справки. Особо тут ничего смотреть нечего, я думаю, больше открывать ничего не буду. Тут так, шлейфы, всякая фигня. Вроде все нормально. Тут криво-косо, ну, вроде держится. Ладно. Сейчас примусь за подготовку. Вот, потом мы тут поснимаем все лишнее и будем устанавливать. Потом проверим. Так, шлейф посмотрел по версии, вроде все сходится. Кстати, все одно отверстие. С этой стороны второе. Снизу получается вот так. Вроде совпадает все. Камерка все сходится. По шлейфу попробовал. Так, это у нас вот так. Тоже вроде все сходится. По номиналу сходится. Будем пробовать смотреть, что у нас получится. Тут гуляет все это дело. Капец. Все одноразовое. Ах, такое место неудобное. Ну, скажем так, когда стекло лопнуло, экран все-таки немножко поцарапался. Так, в общем, нормально, но есть некоторые дефекты. Возможно, так видно не будет, но я не знаю. В всяком случае, отпечатков нету. Так, значит, вот здесь много было клейкого вещества с предыдущего. Вот, поэтому я использовал бензин-калош, растворил, потом спиртиком доработал, скажем так. Ну, как-то так, у кого что есть. Так, вроде бы чистенько. Теперь поставить там, чтобы удобненько было. Опять-таки, лучше всего, конечно, когда стекло, ну, шлейф сбоку, мы вот так вставили, выбрали, встали, опа, и приклеили. Тут же придется плясать от короткого. Ну, скажем, не очень удобно, по причине того, что все-таки, ну, чтобы не было вот диагонального перекоса. Так, мне, наверное, под правую руку удобнее будет. Так, камерка там, это там. Ну, вроде бы все готово. Сколько мог, вытер. Царапинки остались все-таки.
от основного я избавился все-таки. От основных проблем. Так, что у нас тут наблюдается? Тут стекло тоже есть. Скажу, стекло защитное, видите, внутри. Вот оно. Я его чуть попозже сниму. Сейчас наклейку сниму. Желательно держать за края из-под шлейфа. Тоже надо смотреть, чтобы шлейф не приклеился здесь. Я потом его не отдеру. Так, все, да? Ну, практически все. Все-таки, блин, по краям какой-то мусор, блин, пооставался. Откуда он тут взялся? Так, теперь снимаем внутреннюю. Так, все, внутри мы все сделали. Из-за того, что вот тут борт гуляет, вот этот вот, приходится придерживать по краям. Так, вводим. Смотрим, качаем чуть-чуть лево-вправо, вперед-назад. Вроде бы все нормально. Да, камерку я, по-моему, чистил. Пройдусь по контуру, чтобы хорошо приклеилось. Ну, по идее, уже никуда не должно деться. Так, тут пока сдирать ничего не будем. Сейчас попробуем поставить шлейф. Так, тут у нас мусора чтобы не было. А в лучшем случае тряпочку подложить. Ну, ладно. Так, теперь шлейф. Все, встал четко. Влево-вправо не шевелится. Все зафиксировали. Как-то оно тут не очень у нас. Как-то не очень. Ладно, там запас вроде достаточный. Должно нормально быть. Так, попробуем включить. Так, динамик чуть не потерял. Так, это у нас вверх, это вниз. И вот он, включить. Включение произошло. Ждем загрузки. Что у нас получилось? Получилось, не получилось. Если не получится, то, блин, сделаю с него смарт-ТВ-то и все, подключу к телевизору. Будет у меня Android телевизор, блин. Или к монитору. Переходник, по-моему, уже есть. Разблокировался. Ну что, вроде бы все работает. Сейчас погоняем, чтобы все работало. Так, а ну-ка. О, перевернули. Ага, теперь по этой, по горизонтали. Ну, вроде целый, все. Гоняет, все гоняет. Клац. Повтор ВКонтакте. Все работает отлично.
Так, где-то у нас тут настройки были. Яркости чуть добавить, темновато что-то. Яркость вообще выкручена была. О, вот это немножко лучше. Так, что у нас по памяти здесь? Их оперативки, я так понял, да? 788 доступно. Правда, тут накидано всякой фигни. И 12, наверное, 16. Встроенного 1188 доступно. Так, батарейка. Полное. Что тут еще интересного? О планшете. Версия ядра. Версия Android 4.2.2. Короче, старенький. Ну ничего. Ничего, еще будет гонять. Так, а тут что-то работает. Что бы его поставить? Вот там симочка была на 2 гига. Ну, нормально. Что тут вроде уже практически все прошли. Вот этого надо было. Ух, ну. Блин, давно не играл. Веселая вещичка была. О, давай разогнался. А, это тормоз был. Вот, блин, один.